Производственная площадка по сушке и переработке барды, высококачественный корм для животных была открыта на территории завода «Гиппократ» в рабочем поселке Муловка. Экологическая проблема в населенном пункте уже давно стоит в списке первоочередных. Теперь отходы от производства этилового спирта не будут сбрасываться в специализированные лагуны, а будут отправляться прямиком на переработку. Задача, которая была поставлена, перестать выбрасывать барду в лагуны, на грунт, перейти к ее переработке. Вот, и она выполнена. Поэтому спасибо вам большое. Завод очень современный, больше 200 миллионов рублей инвестиций в него вложено. Это такие серьезные деньги. Новая линия будет работать в непрерывном режиме. Полная проектная мощность составляет 100 тонн продуктов в сутки. Это на 40% больше, чем средние показатели предприятия. Расширение завода положительно отразится и на самих жителей. 200 человек смогут сохранить свои рабочие места, а еще 40 получат новые. Второй вопрос, который стоит перед руководством предприятия и правительством – рекультивация самих лагун. Сейчас ведется работа по проектированию самого процесса рекультивации, изучения земель, изучения химического состава и кислотности той накопленной барды, после чего будет принято решение соответственно, пропорциях внесения данного биологически активных удобрений, потому что барда относится к этой категории, непосредственно на сельскохозяйственные поля. Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства, уже определены поля, на которые будут наноситься удобрения. Работы должны начаться через 2 месяца после выполнения уборки. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».